18 часов 17 часов 50 минут плюс-минус несколько секунд. Добрый вечер, дорогие приморцы, дорогие владивостокцы, гости и участники международного кинофестиваля «Пасифик Меридиан». Ура! Добрый вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем всех, кто уже собрался, стоит, ждет вокруг киноконцертного комплекса «Океан», чтобы стать зрителями церемонии открытия юбилейного 10-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Для начала звездной дорожки осталось совсем немного времени, и через несколько минут вы сможете поприветствовать своих любимцев, артистов кино, театра, телевидения России, ну и, конечно же, звезд мирового кинематографа. И это действительно так. Прав Вячеслав Булавин, с которым вместе мы уже много-много фестивалей.